Мытарь. Сборщик податей и пошлин в Римской империи, одной из провинций которой была Иудея. Мытари были ненавидимы народом, потому что, несмотря на утвержденный государством размер пошлины, они собирали больше и благодаря этому сами обогащались. Их уравнивали с язычниками и смотрели на них, как на великих грешников. Поэтому слова «мытарь» и «грешник» у древних евреев отождествлялись. Однако многие из мытарей, услышав проповедь Христа, пошли за ним. Так один из мытарей, Матфей или Левий, стал апостолом Иисуса Христа, а другой, Закхей, его последователем.